Только сегодня утром в администрации района прошла пресс-конференция по паводковой ситуации. И вроде бы там рассказали, что пока опасаться нечего. Как нам поступил звонок от жителей села Подсосенки. Караул, вода повсюду. Вот уж где ожидалось половодье, но не в Подсосенках. Едем на улицу Зеленая, где нас встречает обеспокоенная хозяйка подворья и рассказывает о своих первых потерях в этой битве со стихией. А, то есть вы прям здесь уже сажали? Да, в теплице у меня посажена уже рассада. Вот остался помидор только не высаженный, чуть-чуть перчика. Остальное все под водой, вот она осталась, вся вот в воде. И вот огурцы чуть-чуть только торчат, а остальное все под водой у меня. Глубина вот так вот у меня там воды. Прям до колен воды у меня там. Я хотела было зайти вот эти ящики убрать, провалилась туда. Разливу воды рады только гуси, да и те немного замерзли плавать в ледяном море. Чего доброго заболеют, сетует хозяйка. Но домашняя птица хоть спаслась от наводнения, а вот пчелы не смогли. Два улика вот утонуло, вытащила, все пчелы плавают, вот они даже пчелы плавают, вот они все с двух улик. Водовороты воды затопили уже все крайние дома на улице Зеленая и устремились на другие улицы. За несколько часов уровень воды поднялся почти до колена. Вода затопила уже и подвал дома, и Лариса Горбунова обеспокоена тем, что затопит и сарай со скотиной. А у нее ни много ни мало 30 голов. Вот водище, вот она вода, уже и у телят, и у свиней. Вот сюда пошла вся вода, вот море воды стоит. Женщине предложили переехать на время паводка куда-нибудь, но она категорично отказалась. Ей надо следить за хозяйством, поэтому Лариса начала бить во все колокола, но их, судя по всему, не услышали. Вода прибыла вчера в 11 часов ночи, начала уже идти. Днем она так чуть-чуть подтекала. Я сосед, вот, который у нас работает в ЖКО, я ему сказала, надо что-то с водой делать. Он, да вот поеду сейчас расчищать дамбу, ладно. В 11 ночи как потекла вот эта вода в теплице, я бегом давай все оттуда хватать, что могла, но уже без толку было. А утро стало, уже воды море. Я давай в администрацию звонить 6:30 утра. Туда звонил, сюда звонил. Кое-когда в 8:00-9:00 дозвонилась. Пока они собрались, вот приехали. Опять руками поводили, поругались и перескандалили здесь все. И на этом все уехали. Мы сами вон там дорогу пробили своими силами. Вот. У меня муж пошел, трактор завел, трактор маленький пробил, чтобы вода туда пошла. Уходить стала. Здесь стали пробивать, она еще больше оттуда, с посадок вся вода пошла сюда. Мы администрации говорим, ваша вина в том, что вы не прочистили там старую дорогу. Там всегда была очищена, там всегда был котлован. Они его затянули, землю продали здесь. И вот так вот широком, и вот уже третий год, вот 3 года мы здесь строимся. И эти 3 года вот, воды, правда, первый год вот эта вода такая вот у нас стоит. Прошлый год пошла, они вовремя ее убрали. Теперь сегодня проехали они там по полю, что они там открыли, она еще больше хлынула, эта вода сюда. И вот он подъехал, начальник Виктор Васильевич, замглавного администрации с Наталиной, и еще один этот, Лукин, что ли, как его фамилия, уж не помню. Он говорит, сейчас трактор пришлем к вам. Вот здесь проедет вдоль посад трактор. И вот до сих пор уже сколько времени, 6 часов, до сих пор нет. Никакого ни оповещения. Нас никто не предупреждал, никто ничего не говорил. Мы вроде сами потихонечку так вот подготавливались, вроде так смотрим каждую весну, потому что вот. Но вот такого вот, говорю, это первый год такой вот. Я вот считаю, 10 лет здесь. Но 3 года, как мы строим здесь, у нас вот первый раз такая вот так, чтобы вода была. О том, чтобы укрепить насыпь вдоль посадок, необходимо было задуматься явно не в пик паводка. Но почему-то в администрации Наталинского муниципального образования в нужное время не задумались о том, что вода с полей хлынет в село и превратит улицы в бурные потоки. И судя по тому, что в полях еще много снега, уровень воды в ближайшее время не спадет, и подсосенцам следует быть начеку.